Я ничего не скрываю от народа. Все как есть показываю. Пиво продается все в открытом виде. Берете, покупайте пакет, оплачиваете пиво, ждите, если вы совсем согласны. Я каждую бутылку открываю, вы у девочки расплачиваете, ждите меня на пиво. Какое вам пиво нужно? Мне нужен, а там, нельзя? Там нужно? Ну, тогда у меня вот яблочный сидр. Сколько? Два. Хорошо. Подействовать.
Вот и ничего не укрывают народа, все открыто. Даже самые плохие стороны свои показывают. Смотрите, я омерзительный милый человек. Посмел купить себе сидр и яблочный после огорода. Сейчас я иду к маме и буду при вас пить его. И вы увидите, какой я отвратительный человечек. Милый человек просто. Я. Вы еще не положили в пакет? Ладно.